Угу. Снимай, подойди, сними, что свет. Поэтому мы можем спасти вот сегодня на трех дорогах мира, как раз делать человек больше. Мы можем эти люди спасти, чтобы эти люди Поэтому это раз, который не будет. Расскажите буквально вот два слова по себе. Струнная технология, новые дни, каким образом вы стоит, скажем так, вот перешли к этой идее, как развивается слова. Потрогать можно? Я развивал ее в виде группы, в свете. Я два года назад, у нас сейчас достаточно быстро, вот за эти два года мы много сделали. У нас есть сейчас интернет, решили гитары в Хатинском море идет, где мы строим крепостные площадки, где мы показываем уже действующую дорогу. Городскую скорость достаточно как это связано. Грузовую, которую может переводить в этот сорт, уже будет. Это же скоростное, которое может развивать скорость, как это все, как все. И это мы скоро продемонстрировали. Просто участок мы идем строить, и на первых порогах. В ноябре? Что нет? Да, в ноябре. Мы сейчас там уже не стоим, потому что... Анатолий Дорогович, спасибо вам за интервью. Все получилось, давайте, знаете, как мы сделаем. Можно показать? Это вот на штабе Минбеспи, а там... Сейчас, Андрей, подсветите, чтобы было видно, что... Нет, если бы их достаточно, то бы... Давайте в кадре, да. Это может быть как маленький самолет, и вертолет вот как это масштабная автомобильная машина. Тут все есть, и мы видим, и вот там страна, вот лес. Здесь анкерный отбор. Здесь мы длинный состав, колесо катится по лесу. Андрей, вот отсюда. Сейчас. Это перископик, кто-то сам видит. Снимаем тут две минуты. Один уважаемый человек, немец, в принципе, не скажет.
Это мы делаем гордость на собственном производстве. Нет, само производство базируется на производстве. Андрей, может, чуть-чуть хантри еще полезно? Да, вы можете вас даже выехать, вас вы выехать. Кидали покрутить, Антон. Да. Ваш коллега сидит. Да, что? Да, что? Сейчас, отсюда что? Ну, давайте, Антолюш, вы пока покрутите. Давай. Велорикша. Я тоже так хочу. Солидарно, сейчас с вами. Здорово едете. Видео, Лариса, видео. Ура, привет всем. Антон Леонидович, это 60 км в час, чтобы было понятно. Ну хорошо, 40. На 40 крутите? Можно таким образом оплачивать проезд. Девушка, как коллега. Давайте вот сюда вот, в большой нас зайдете, на ухо посмотрите, с подогревом, холод, да? Не получается? Можно подойти на снег? Подойдите, пожалуйста. Угу. Посмотрите. Посидите. Вот просто сядьте, попробуйте. Да, и вас тут снимут, что вы сами наши белорусские. Антон Леонидович, а вы тогда вперед садите, пускай он вас везет. Хотя, юнибайк. Ну, легкая система, да. Еще человек в дороге занимается фактически нагрузкой. То есть он сидит неподвижно, а он еще фактически в дороге может заниматься тем, что делать физические упражнения, то есть заниматься своим оздоровлением. Не только второе, это установка мышц. Да. То есть вот этот велогенератор, он позволяет вырабатывать энергию, чтобы эта машина двигалась со скоростью 60 км в час. На собственной энергии. Вот наш так конструктор что, главный. Как раз он вам... Пуэнни-байк. Да. Он в пуэнни-байк вообще по трассе. Андрей, давай мы еще с человеком поговорим. По слову, про юнибайк. А что там тащить? Это углепластик вообще легенькая. У них специальные эти самые транспортные контейнера. Они же когда делали, они сразу же прикидывали, как будет на вытяжке. Как контейнера. Так, Андрей Дмитриевич, ну вопрос, собственно, был простой, да, то есть в чем суть, инновационность и, ну, как сказать, вот применительно, это же городская такая вещь, да? Можно? А Андрей Дмитриевич, скажите, как правильно фамилии, как правильно голову, для того, чтобы не запутались? Значит, мы видим, вот перед нами юнибайк. А в чем принципиальность, скажем так, новизна, инновационность такой вот разработки и
как она могла бы, скажем, вписаться вот в городские реалии, что получит человек с точки зрения экологии, с точки зрения экономии времени или каких-то еще других ресурсов, кратко вот суть вот такой разработки. Так, а покрутить педали? Покрутить педали... Давайте, да, я попробуем. Можно говорить, что это образец экологичной числа транспорта? Да, дружелюбная экология, можно сказать. Лучше взять, наверное, другой матч, да? Но мы взяли сам А что вы ищете? Баллы, там баллы, значит, это табло инфраструктуры. Показываем. Андрей, как можно сказать вот простую такую вещь, да, что все сопротивляются педали, чтобы я могу покупать? Да? Я хочу сказать, что Юнибайк это образец экологически чистого городского транспорта. Питаясь от электричества, такое транспортное средство может получить дополнительную энергию и
можно сказать? От пассажира. И от самого пассажира. Вот. От мускульной тяги. Возвращает выработку на транспорт. Да, дополнительно. И вот эти включения, тонкости. Ну, Он там внутри минус свой праздник есть, за время поездки вы, ну, первый раз и второй раз в Антане вы будете вырабатывать 200 А потом вы будете 100 вырабатывать. А потом вам это будет мешать. Третий-четвертый. Ваш оператор нужен. Свой у нас есть. Антон Ильич, мы его заодно еще и в этом показали, в прямом эфире. Меня никто не убегал. И снова здрасте. Дизайнер стендов выставки. Да. И снова здрасте. Так, все, вот снимают они. А мы снимаем снимающие. Там же входят, выходят, то есть, как сказать. Но там было где-то человек 800 всегда. Этот мы, друзья, снимаем, как мини-байк снимает первое телевидение. Снимаем снимающих. Смотри сюда. 7:30. Может, вон там сесть, пускай вас видят. Ну, что-то картинка будет первого телевидения.
по-моему, как раз будет. Опять же, это может как-то вначале, в принципе, а потом выйти и меняется. Ну все, мы готовы. Да. Так, сейчас. По звуку все в порядке, Андрей? Так, да. С линии огня. Юнибайк, образец экологически чистого. Образец Олег. Ответишь чуть-чуть, да, потом на уровне. Чтобы не сразу полицию, как экологически чистого городского транспорта, питаясь от электричества. Такое транспортное средство, да? Транспортное средство, и уже будет видно, что я кручу, да? Такое транспортное средство может получить энергию и от самого пассажира. И все, и дальше еще... Свет включили. Можно включить свет? Он не подохнет, да? Сейчас. Андрей, и подержи еще потом дальше меня в кадре чуть-чуть побольше. Да, можешь, правда, закрыть двери. А давайте теперь мы закроем, и как будто вот мы уже, да, уже... И свет погас. Так, так хочешь? Ну все, получилось.
А что именно? Все нормально. Полет прошел. Первая поездка в Юнибайке. Ну, как ощущения? Первый канал, первый поехал. Тут неделю назад вице-президент Сименса здесь крутил, вылез тоже такой довольный. Прямо. Говорит, на испытание обязательно приеду. Это. Три раза спросил, откуда вы. Когда первый раз машина, говорит, Белоруссия. Говорит, нет. Говорит, Белоруссия, это Раша? Говорит, нет. Зато мы знаем Сименс, поэтому можно, да. Сейчас у вас тоже узнают. Так, сейчас. Ну что, стандарт есть, да? Все у нас получилось. Да, я буду на связи, расскажу, когда мы делаем тренинг. Вот, мы можем потом унизить. Мы можем дать и на флешке только сотрудники ставить. Если вы мне пишете, где-то нам будет тестировать. Флешку. Там, как бы. Да, вот это. Да, вот этот ролик. Вот этот весь ролик. Это сам. Сегодняшний или нет? Нет, не сегодняшний. Это вот последний, который записали сегодня. Вот я эту флешку даю, да. Нет, последний. Вот последний, это последняя флешка, да. Да. Там 3 минуты где-то. Да, это как раз последний ролик, да. Все, спасибо вам. Да, вам спасибо, да. Да, давайте. А мы снимали в прямом эфире, как вы снимали. То есть это коллеги. Будет еще как-то дополнительно приехать. И мы скоро закончимся, да. Да, и как раз Марина Горка на испытание. Вот, пожалуйста, прямо милости просим. Олег, ну иди. Еще вам для информации. Нам сказали, что планируют нас программа. Директор не состыковали просто во время. Олег, я тебя прошу, пожалуйста. Возможно, на первом, а на втором или на третьем. Ну, звонок такой. Звонок был с этой программы. Директор программы. У нас сейчас поменялись директора. Но такая программа есть. На Белорусате. Все, я не знаю. Спасибо. Ну вот, Антон Леонидович, первый канал, да, так сказать. Прокатили этого самого бойца. Так что... Первого прокатили. Да. А кто кнопки нажмет? Ищем, да. Ищем, кто делал. Найти не можем. Как только найдем, сообщим. Без этих. Без Бёрничева. Нет, реально. Не-не-не. Я же выше приказа знаете. Так, ну что, друзья, давайте, закончили тут репортажи, давайте тогда, так сказать, это вот очередное включение. Я думаю, что в конце дня еще подведем, как всегда, итоги из Юнибайка. Ну, вот видите, тут официальные делегации, первый канал, то есть посмотрели, как все это снимается, делать, посмотрим, что выйдет у них теперь по телевидению, какой будет это. Но по-любому, что обещал приехать, по-любому обещал еще как бы изучать, смотреть, это как минимум, друзья, интересно, в общем-то, цели, задачи, которые сейчас есть. Все, друзья, давайте на этом еще небольшой перерыв, до следующих включений. Всего доброго.